Года два назад мне очень захотелось сделать маленький прудик. Я долго искала место, сначала в одном месте, потом в другом. Но, вспомнив бесплатный курс ландшафтного дизайна от школы сада, который я прослушала когда-то, я поняла, что мне надо место, которое бы просматривалось от моего места отдыха. Таких мест у меня два – крыльцо и качели садовые. Вот. Место я выбрала вот здесь. Вот оно просматривается с крыльца очень хорошо. Изучала возможность купить пластиковый маленький бассейн, но для начала решила обойтись тем, что у меня есть в наличии. А потом, если надо, будет переделаю. Разровняла землю, вытащив корни, постелила два плотных черных мешка. С соседского поля натаскала камней. Когда там пашут, там очень много камней. И вот сделала вот такой вот себе прудик. В прошлом году я принесла с болота ряску, и мне нравилось, как это все выглядело. В этом году еще я до болота не дошла, поэтому у меня пока вот такая вот экебана из листьев пузыреплодника. Кстати, пузыреплодники таких видов я не покупала. Это все птички разносят. И просто надо увидеть кустик на своем участке, выкопать его и посадить на место. Ну, голь на выдумке хитра. Вот такой вот дешевый бюджетный вариант прудика. За прудиком у меня овсяница, которую я вырастила из семян, по-моему, им уже 3 года. И 2 ириса, купленных во Вкусвилле в прошлом году, белый и кэри. Еще не цвели, жду с нетерпением. Вот.